что послужило стимулом так назвать свой бренд? Бренд, ты имеешь в виду непроизносимое название Embedded System? Да. Ну, ты знаешь, вообще Embedded System на английском — это встраиваемые системы, да, и у нас была такая история, что мы, когда планировали поменять бренд, он назывался Direct, там просто была история, что нужно было что-то перерегистрировать, что-то осталось, что-то, вот, я говорю, ну, давайте какой-нибудь кусочек из нашего плаката. Ну, вот моя коллега вот самое непроизносимое название вот поставила, и зато теперь все запоминают. Они говорят, а, это та компания, которую невозможно произнести. Я говорю, да, точно, вот угадали. Для того, чтобы иметь хороший индексирование. Да. Не, ну, англичане, конечно, понимают все это дело. Для них это не так сложно произнести эти слова. Ну, для России это замечательно. Ты точно знаешь, что вот это вот непроизносимое название, это именно оно. Да, и вот не ошибешься. Если можешь, расскажи в двух словах о своем новом продукте Unity Machine 5. Очень интересно. Вот его главное отличие от всех предыдущих серий. Вот что бы ты для себя, по крайней мере, выделил, как считаешь, вот это основное? Да. Знаешь, примерно как в модных журналах это все описывается. Теперь Logic Machine и с перьями. Вот, там, использовать на шучу, конечно, да, но на самом деле принципиального там, может быть, особо и ничего нет, это просто развитие, поступательное развитие того, что изначально было, конечно, там мощнее железяка, мощнее, больше там памяти того сего 3-10, а там другие корпуса более удобные, вот, ну, там принципиального, наверное, будет только то, что сейчас немножко меняется рынок. Да? Рынок уже инсталляторов, по сути, разделился на три части. Да? Продукты для энд-юзеров, которые, по сути, подразумевают, ну, концепцию plug-and-play, да? Подключила работы. Ну, опять же, наша старая ниша, назовем так, да? Старая добрая ниша – это для инсталляторов, для людей, которые, ну, зарабатывают деньги на этом деле. Вот. И, ну, опять-таки, это базируется опять-таки на старых добрых принципах, на старых добрых технологиях, а-ля KNX и так далее. Вот. Ну и сейчас, в общем, появляются новые игроки, это те, которые пришли из IT, да, которые не верят старым богам, да, которые требуют новых подходов. И, вот. И сейчас можно сказать, что линейка Logic Machine, ну, даже не раздвоилась, а расстроилась. Она, часть линейки сделана под энд-юзеров, которая подразумевает какие-то базовые, назовем это так, функции и настройки, но при этом абсолютно прозрачные с точки зрения настройки, не требующие там, ни ума, ни фантазии. Да? То есть система, по сути, все делает сама. Плюс еще вот эти энд-юзерская линейка, она предназначена для интеграции с то, что называется голосовыми помощниками сейчас, да, мы там сделали интеграцию с Amazon Echo, Google Home и, в общем-то, преснопамятным, не всю и помянутым HomeKit, да, от Apple. Вот, что Apple такая очень своеобразная компания, особенно сейчас, когда ее называют производитель адаптеров, да, потому что даже новый телефон, который они выпустили, уже напрямую нельзя подключить без адаптера к их же компьютеру. Ну, вот так. Ну, на мой взгляд, там много своеобразия. У Apple всегда это наблюдалось. Да? Ну, факт остается фактом, что все меняется здесь достаточно сильно, да, и когда ты делаешь для профессионала, ты должен делать так, чтобы он мог реализовать абсолютно все, и сложность реализации имеет некое значение, но минимальное. Да? Для энд-юзера важно реализовать что-то, пусть не все, но при этом принципиально важно, что это может сделать самый-самый тупой пользователь. Да? И его привычки должны не сильно меняться при этом.
Кстати, о пользователях, да, об интеграторах. Вот ты работаешь сразу с двумя, так скажем, с двумя мирами. Россия, да, и все, что за ней. Даже, ну, даже, да, назовем так. Вот на твой взгляд, какова вот ментальность интегратора российского? Сильно ли она отличается? Насколько тебе комфортно работать с одной и с другой средой? Ну, мне абсолютно комфортно работать с теми и другими. Отличается очень сильно. Да? Пример простой. Если немец начинает что-то инсталлировать, он первым делом открывает мануал и читает его от корки до корки. Uh-huh. Если начинает работать с оборудованием российский инсталлятор, он первым делом подключает оборудование, палит его и после этого читает мануал. Uh-huh. Что же он сделал не так? Yeah. Вот. Ну, вот это вот как бы основной показатель. Да. Вот. Ну, плюс еще... тоже достаточно забавная история была, когда я только приехал в Москву. Вот. Я удивлялся, почему вот мы принесли какое-то оборудование, первым делом нас встречают. Да, все это херня. Извините за мой французский, да, как вот. Вот. И ты думаешь, ну вот, чего ж так сразу-то? Почему так сразу? Да, да, вот. Ну и потом оказывается, ну, как бы вот есть два подхода, да, тебя сначала обложат, потом изучат. Потом изучат и станут, ну, если ты сможешь ответить, вот те люди, которые тебя обложили, станут, ну, близким твоим даже другом, да, вот, а у западников есть такое понятие polite, да, вот politeness, да, это когда все очень культурненько, да, и, ну, при этом даже если что-то совершенно не нравится, они тебе все равно это не скажут. То есть такое, так сказать, определенная культура поведения в обществе. Ну да, и сказать, что лучше, ну, достаточно сложно, да, есть недостатки и у одного подхода, и у другого, да, иногда, ну, западники просто офигевают от... скажем, непосредственности, да, с российского подхода, но если к нему привыкнешь, ну, я достаточно много знаю то, что называется, ну, назовем ее, грантов, которые приехали в Россию, их уже не выковырить, и вот они просто не хотят жить вот в оккультуренном, ну, пластмассовом мире. Скажи, вот я сегодня, к сожалению, опоздал на семинар по безопасности. Какие ключевые в нем моменты вы отразили? Ну, ключевые моменты, что ей надо заниматься. Это самый главный ключевой момент, потому что раньше до этого, до недавнего времени никто не обращал внимания на безопасность. Но сейчас, что называется, время пришло. Недалече, как в прошлом месяце, начался сколько день назад, да, у нас, умные вещи, ну, хотя не совсем умные вещи, но видеокамеры, да, завалили как минимум половину американского интернета. Вот, и, соответственно, убытки, если попытаться их даже посчитать, ну, они совершенно колоссальные. Вот. У КНИК вообще, вот на твой взгляд, насколько она уязвима для каких-то, ну, скажем, нежелательных вмешательств со стороны? Ну, Антон, вообще уязвимо абсолютно все. Да? Тут вопрос только в том, что как это минимизировать, проблемы, и как их избежать. В принципе, можно и минимизировать, и избежать. Ну, не лучше, не хуже, чем у других технологий, да, местами лучше, немножко хуже, но в принципе, можно сделать надежные системы с точки зрения безопасности вполне. Другой вопрос. Вот я когда-то давно видел анонс о том, что продукт собирался интегрироваться как-то с LoneWAR. У тебя остались эти планы или ты отказался? С кем интегрироваться? А с Лоном? Ну, ты знаешь, мы даже интегрировали, но это выглядело примерно как эпитафия, да, потому что когда мы... тут проблемка такая. Лон, в принципе, неплохая технология, да, но из-за того, что отсутствует система поддержки в виде хорошо работающих ассоциаций и все остальное, доля рынка постоянно уменьшается, и она, допустим,
тот же Schneider Electric отказался от работы с Лондоном. Здесь я с тобой полностью соглашусь, доля рынка действительно она просто ничтожна. Хотя лично я очень люблю Лондон. Да. Вот. А почему я задаю такой вопрос? Потому что вот мне в свое время коллеги спрашивали, почему я там, ну, практически это вот сейчас стал использовать таких машин. Я говорю, знаете, вот для меня, наверное, вот если бы в ней там присутствовал он, то есть он у меня присутствовал бы этот прибор в каждой моей инсталляции, как сейчас присутствует Грестрон. Вот. И, возможно, я бы вообще отказался даже, может, от каких-то применений Грестрона и так далее. Поэтому, ну, именно с точки зрения как инсталлятора, у меня, конечно, вопрос больше всего волнует. Но я нашел грамотный выход из этого. Я просто беру дешевый контроллер, который работает из Вон и Смутбас, и прикручиваю его к клавишам. Получаю, правда, получаю мало переменных, и вот, то есть я увидел в твоей, допустим, продукции, что основное, больше всего, что мне понравилось, вот скажу тебе, да, так это не лезть, а говорю именно как опытный интегратор, больше всего мне понравилось то, что нет ограничений по количеству переменных. Вот он просто отсутствует. Ну да. Ну, это принципиальный выбор был, да. Вот, потому что любой продукт, с которым я работаю, то есть я всегда должен вот все время помнить о том, что, значит, я должен там соблюдать эту, так сказать, нишу. Там, если тебе интересно, могу сказать, что мне показалось, хорошо бы вот подтянуть, да? Да, конечно, интересно. Мне показалось, что если туда еще подтянуть графические возможности чуть повыше, то ему просто не будет цены. Вот. Даже была мысль попробовать какой-то концепт сделать, там свой хотя бы пробный, еще что-то. Вот. Но мне здесь одному просто не вытянуть, потому что я программист очень слабый, более-менее получается графика. Слабый программист, который, у которого становая тяга меньше 100 килограммов, да, из этой серии. Не, ну если говорить серьезно, то да, этот вопрос был, но мы как бы изначально планировали так, что Logic машин специально изначально делался для того, чтобы было достаточно много не автоматической, а ручной работы. Я объясню почему. Потому что самое важное для многих инсталляторов, во всяком случае на Западе, это найти способ продать свое умение. То есть если из коробки машина может сделать то, что может сделать опытный инсталлятор, да, то грош цена этой железяки по той простой причине, что он не может себя реализовать. Не может себя. Вот. И очень важно для профессионалов, чтобы система, как бы смешно не звучала, была достаточно сложной. Вот, для того, чтобы он мог проявить свои лучшие качества. Фактически, это такая забота об инженерах, я бы сказал. Ну, да, да. Ну, это, потому что иначе с их уходом и продукт будет, наверное, да? Да, тут, знаешь, тут очень важно понимать, а что ты хочешь этим сделать. Да? Ну, мне важно было бы, чтобы люди, которые любят свою работу и умеют ее делать, да, работу не потеряли. Вот, с продукцией Plug and Play, которая не подразумевает маржи инсталлятора, да, в общем-то, работы у него не будет. Здесь это надо четко понимать. Полностью соглашусь, потому что эти же проблемы с вами пережил как раз Эрнинг Хархай, вот, который там ушел, скажем, в автонастройки, в определенную такую нишу, что там включил микрофон. И получилось так, что и качество этих настроек, оно осталось на очень среднем уровне, да, потому что там один микрофон, измеритель хороший, и к нему предусилитель стоит дороже, чем вся эта система. Вот. И огромное количество, соответственно, интеграторов, инсталляторов просто ушли с этого рынка, потому что их заместила какая-то штучка. Тут я полностью ставлю. Да, и вот что важно, рынок-то хай-фай тоже умер. Он стал нишевым, да, и если сейчас посмотреть на него, количество игроков уменьшилось, ну, до самого минимума, какой только возможен. Здесь полностью такой. Вот, и как это восстановить, ну, не знаю. Хотя музыка, качественная музыка, вот если ты ее умеешь слышать, да, это наркотик. Да, в общем-то, когда я в свое время придумал там бренд Tomate, да, у нас даже был такой слоган, мы торгуем наркотиками, да, вот. Ну и дальше расшифровка, да, что это очень полезный наркотик для человека. Ну, так и есть, да, для души. Вот. И многие люди имеют
потребность, скрытую потребность. Ну и вот благодаря тому, что вот этот рынок умер, кроме всего прочего, умерла эта музыка дома, высококачественная, да, и потому что... Ну, так скажем, она еще не умерла совсем, но она сильно умерла. Она сильно уменьшилась, если вспомнить какие-нибудь 70-е годы, то качественное стерео в том же там, Англии, оно было, наверное, у всех, кто тоже Тано и прочие-прочие компании, которые выпускали действительно качественное оборудование, оно было массовым. Может, да? Что-то с ментальностью людей происходит? Ну, оно... Нет, я думаю, происходит следующая история. Тогда продавцы рассказывали о технике, потому что у них была какая-то достаточно большая маржа. Сейчас вся эта техника продается в больших универмагах коробками, и любой продавец зарабатывает с этой коробки, дай бог, ну, я не знаю, 1,5 рубля. Да? Ровно на 1,5 рубля он рассказывает о музыке. Но я все-таки предлагаю вернуться к автоматике, и мне интересно, у тебя есть какие-то дальнейшие планы, вот, ну, что-то, вот какая-то идея, что вот я следующим шагом моим будет, там, прям, к 20-му, там, не знаю, к 25-му году, есть мысль там, что у меня будет вот такой продукт или вот такой, что я что-то сделаю интересное, новое или дополняющее линейку сегодняшнего продукта. Ну, я не думаю, что я тебя сильно удивлю, я отвечу «да». Есть. Да. Вот. Если ты хочешь конкретику какую-то, ну, так, да, в двух словах. Ну, в двух словах могу сказать. Желательно смотреть некую идеальную систему, да, и понимать, а чего не хватает системе сегодняшней для того, чтобы эта система стала идеальной. Да. Идеальная система в автоматике, когда все происходит, ну, без участия человека, да, и сама автоматика прекрасно знает, как ей сконфигурироваться и как ее сделать так, чтобы это было максимально удобно для человека и так далее. Да? Обучаемая автоматика. Ну и обучаемая в том числе. Да? Вот. И поэтому отсюда вот возникают требования такого плана. Допустим, если мы возьмем тот же KNX, да, он должен быть ну, то, что называется detachable. То есть приходит некое устройство, которое ты подключал, оно само смотрит, а окружение понимает, какие связи она с окружающими устройствами может установить. Вот. Для этого нужно добавлять то, что называется семантику. Да? Когда ты описываешь устройство не в виде неких адресов, да? а в виде смыслов. Когда ты говоришь, вот это вот сенсор, ну, он же выключатель, да, для маленькой комнаты на первом этаже, вот, и при этом у тебя в этой же семантике описана лампа, да, вот эта вот лампа для маленькой комнаты на первом этаже, ты понимаешь, что они составляют между собой некую валентную пару, да, и, в общем-то, ничего не мешает связи им установить самостоятельно без присутствия человека. Вот, и дальше те системы, которые занимаются, ну, неким анализом данных, ну, то, что называется big data, да, они тоже должны вот эти иметь смыслы под низом, потому что, когда ты хочешь сказать, а покажите мне, сколько потребили лампы, которые находятся там, в цокольном этаже моих домов, которых там 600 штук, да, вот, теоретически это можно составить в виде таблиц, да, но если у тебя есть описание семантики, да, ты можешь на близком человеческом языку, да, делать вот подобные запросы. Ну и последнее, наверное, я тебе уже больше не отнимаю твоего времени. Хотел бы поинтересоваться, как вот тебе, человеку, работающему и за пределами России, в России, видится вот развитие KNX. Оно развивается. Или оно где-то падает там в нашей стране или за пределами, наоборот, зарубежных? Ну, если говорить о KNX, я убежден, что он будет жить. Я не убежден, что он будет очень активно расти, да, потому что он
все-таки изначально нишевой. Uh-huh. Да, он подразумевает ну, достаточно высокую стоимость проекта, да, хотя бы по той простой причине, что там есть человеческий фактор, человеческий ресурс. Да. Если говорить о вообще рынке, ну, особенно в частности западном, да, где не подразумевается участие человека, то это дешево, где появляется человек, то это становится дорого. Да? Но в данном случае, может быть, это даже хорошо. Вот мы уже говорили с тобой по поводу того, что ну, работа и любимое дело должно быть. Да? Вот, я убежден, что будет достаточно много людей и продолжая, ну, там, и в будущем, да, которые захотят некой кастомизации, некого отличия от стандарта, который есть, да, да, да. Но опять количество таких людей не будет большим, да, это нужно четко понимать. Нет, ты же сразу сказал, это определенная ниша. Да, да. Ты уже ответил на этот вопрос. Да, вот. Заниматься этим надо, работа будет, но, опять-таки, я не обещаю манны небесной на этом рынке. Ну, в целом никто из нас не провидец, мы не можем знать, что нас ждет впереди. Я полностью ставлю. Ну, я провидец, я могу сказать, что нас ждет впереди. Вот, вот это давай, очень интересно. Да, ну, вряд ли тебя этот ответ порадует, мы все умрем. Ну, хорошо, это да. Известен факт. Да, 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 да. Не, ну, но дальше сложнее немножко, да. Вот, да. Ну, опять-таки, если исходить из логики развития, умные вещи действительно будут вокруг нас, да, и Internet of Things, который сейчас, ну, по-английски это называется buzzword, да, ну, как по-русски это, я даже вот не знаю сказать правильно, это навязчивая реклама, ну, вот что-то такое, да, вот, он, ну, перестанет быть в некотором смысле, да, вот этим buzzword'ом, да, и действительно будет большинство вещей умных не по причине той, что даже это нужно, а потому что стоимость умной вещи или connected вещи, да, будет примерно равна стоимости не connected. Да? Возьмем хотя бы сегодняшние лампочки LED-овские, демируемые, да? Cree Connected лампочка, она стоит примерно столько же, сколько лампочка демируемая от того же Cree, да? Вот, порядок цен примерно тот же самый, да? Вот, и если есть возможность, ну, к этой возможности будут пользоваться, она, по сути, идет бонусом уже теперь, да? Вот. И если научиться правильно пользоваться вот этим интернетом вещей, который только-только появляется. Да, вот. То, кстати, извини, что я тебя перебил. Мне, кстати, очень интересно твое мнение вообще в интернете вещей. Вот если можно коротко сжато, вот твое вот реальное отношение к этому, как ты это видишь, насколько это, скажем, верное направление, какие основные ошибки, на твой взгляд, куда вы надо идти? Есть у тебя свое? Если ты готов этим поделиться? Может, нет, конечно, готов. Да. Тут, смотри, тут достаточно... тут есть много причин появления вообще интернета вещей в том виде, в каком он сейчас появился. Изначально был интернет, который был драйвером, ну, наверное, развития экономики, во всяком случае, в западных компаниях, в западных странах, там, включая Штаты, в течение больше 20 лет. Да, этот бум доткомов, бум интернет-компаний, который там продолжался очень-очень-очень продолжительное время. И очень большое количество людей из там, производственной сферы были абсорбированы именно вот, сферой интернета. Вот, но тот интернет, он делался для людей, у которых, как известно, ограниченное количество на Земле. Вот, и когда он дошел уже до апогея, по сути, там, в насыщение, да, те же интернет-компании стали искать, а куда мы еще можем приложиться, да, с теми же технологиями, с теми же подходами, которые у них использовали для стандартного интернета. Вот, отсюда появилось внимание к автоматике. Ну и возвращаясь, да, в некотором смысле интернет вещей – это искусственное образование. Да?
Вот. Но даже искусственные конструкты, если их вдавливать достаточно активно, можно найти и пользу от этих решений. Она будет найдена, да? Вот. И технологии для этих решений. Вот. Почему, опять для интернет-компании рынок Internet of Things сильно интереснее, да? Потому что вещей у человека сильно больше, чем одна, да? И, соответственно, каждая вещь, ну, в некотором смысле, это покупатель, да? Сейчас, ну, возьмем пример там, сим-карточек, да? Вот у человека иметь больше, чем две сим-карточки, ну, это глупо, да? Но если у вас появляются там собаки, какие-нибудь двери, управляемые с мобилки в гараже, да, вот, смотрим, их уже, да, уже сильно больше, да, и в некотором смысле для вот компаний, которые работают на этом рынке, именно как сервисная компания, да, каждая дверь, она становится, ну, потенциальным покупателем, да. Вот оттуда вот этот вот совершенно бешеный интерес именно сервисных компаний. Вот. Но опять-таки, еще раз подчеркну, даже вот за этими, ну, на мой взгляд, достаточно спорными моделями использования, да, лежит что-то глубже. Да. Я в этом моменте хотел бы, вот, знаешь, как ты думаешь, не получится ли так, что эти компании постепенно будут вытеснять из рынка интеграторов? Или они объединятся? Пока нет. Пока это не произойдет, хотя ты прав, это произойдет обязательно. Если вот сейчас мы возьмем один из примеров Internet of Things, который, в общем, включает сюда, это самодвижущиеся повозки, да, ну, то есть управляемые роботом машины, это уже история ближайшего будущего. Вот. И эта история ближайшего будущего даже не в смысле того, что это технические какие-то изменения принесет, это будут очень существенные изменения и в политической, и в экономической системе. Да? Если мы возьмем Штаты, да, ну, если не ошибаюсь, в той или иной мере связанные с логистикой, да, больше грузов, отраслях работает, ну, по-моему, 27%, если не больше населения. Да? Вот. Вот эти вот люди потеряют эту работу. Ну, может быть, они перейдут на уровень выше, в операторов, не нужны эти операторы, да, большая часть работ, которые сейчас делает человек, она совершенно спокойно заменяется машиной. Вот. И тут скорее история такова, что будет меняться экономическая и политическая система, да, тот капитализм, которым, видим, мы его знаем, да, он должен измениться по одной простой причине, что базис меняется, да, вот почему-то считается, что политики меняют мир. Да ничего подобного, его меняют инженеры. Вот, тут я с тобой полностью согласен. Вот полностью, Андрей, вообще. Недавно буквально поднимал эту тему, что, то есть, я в двух словах скажу, что я просто задумался о том, что инженеры – это отдельная каста. Это люди, которые совершенно по-другому смотрят на мир. Здесь я полностью с тобой согласен. Которому нельзя навязать какое-то мнение, у него все равно будет свое. Кроме того, они все по-своему разные. То есть, ну, да, это... да, да. И по-своему страшные, да, потому что они меняют уклад мира, да, и многие кризисы – это, в общем-то, плоды рук работы инженеров. Это нужно четко понимать, но остановить в развитии там, в общем-то, невозможно.